Всем привет! Вот такие у нас игры. Дубис, Айна, Диего. Диего, пошли в теплицу. А? Посмотрим, как цветут литопсы. Осень, темно, обещают сегодня сильный дождь. Ну а мы идем в теплицу. У нас же там наши литопсята. Да, вот уже раскрылись. Вот. Пожалуйста. А здесь что? Здесь меняет на новые листья. В комментариях удивляются, что у меня еще что-то цветет. Да, цветут. Вот открылся новый товарищ. Пожалуйста. И гимнокалициумы. Вот этот вот побольше открылся. Очень красивый цветочек. И здесь. И сбоку очень симпатичные они. О, и этот открылся. Я и не видала. Посмотрите, какой красотун цветун. Да. А сейчас идем нашу полянку смотреть. Полянка. Ну-ка посмотрим. Вот мне все нравится сбоку смотреть. Вот так вот, как они цветут. Класснючие такие. Вот уже два открылись. Так. Карасмонтанка отцветает. Вот здесь вот Хокери Сузанае и Литопс Бромфилди Инсулярис. Справа. Слева Хокери. Здесь опять Бромфилди будет зацветать. А этот уже вот все. Не знаю. Так, и открылся мой новый. Сейчас, друзья, я вам название дам. Я уже, конечно, показывала в предыдущих видео. Но лишний раз не помешает посмотреть название. А вдруг вам понравится и вы захотите себе купить. А у вас уже будет название. Посмотрите, какое у него тело. Ну, просто отличное. Так. И вот дальше раскрылся Литопс Хелмути. Уже два цветочка. Уже два. Так. Псейдо Трункателла раскрылся. И просто вот он заполонил весь горшочек. Видите? Это самые маленькие, какие я смогла приобрести для литопса в горшочке. Это 5 на 5 и высота горшочка 6 сантиметров. Вот. Посмотрите. Тело опущено внизу, как положено. Красотунька такая. Так. Ой, друзья, вообще. А здесь Лесли лезет. Будет белым цвести. Или какой-то такой интересненький. Ой, здесь тоже Amica Rum Litops C410 будет цвести, друзья. Прелесть. А некоторые вот меняют уже листья. Так, Litops Olivacea. Друзья, зацвел. Как бы вам тело показать? Сейчас я. Тело-то толком и не видно. Ну вот чуть-чуть. Посмотрите, какое у него лицо. И вот он зацвел. Сейчас понюхаем. Нет, не пахнет. Ромашкой такой. Лицо не пахнет. Ой, говорю, лицо. Цветочек. Но зато зацвел. Сейчас покажу. Litops Julii SSP Fullery Fuller Green. Вот он пахнет. Видите, какое тело? Вот этот с запахом. Цветет белым. Джулии. Я говорю Юлии. Вот. Ну, а вот здесь уже все меняет листочки. Поэтому уже никто не будет поливать их.
Уже не надо. Так хорошо, тепло в теплице. Сегодня у нас еще было тепло даже, представляете? А сейчас в теплице сколько? А, 24 градуса. У нас все еще тепло, но просто на улице мрачновато. Обезьяний хвост в сумасшедшем цветении. Поздняя осень, а вот он. Для осени поздней прекрасно цветет. А я, друзья, все любуюсь своими цериусами. Все любуюсь. Весной будет пересадка, наверное. Некоторых из них. Вот этого буду пересаживать. Такой горшочек у него уже, наверное, надо. Вот этот-то точно. Посмотрите, как у него там все. Вот. Хозяин этого кактуса мне говорил, вот он его как взял у кого-то или что, и так он оставил. И несмотря на это, посмотрите, как все подрастает и шикарно выглядит. В таких стесненных условиях жил. Но тут все еще цветут зимние, которые не апартерии там. Давайте еще немножечко одним глазочком посмотрим на наше поле литопсов. Красота, друзья. Это ли не счастье иметь такие красивые растюшки, которые радуют? Я надеюсь, что и ваши литопсы тоже хорошо цветут в этом году. Вот такая прелесть. Ну что, будем на этом заканчивать наше видео. Я желаю вам всем всего самого наилучшего. Оставайтесь со мной, подписывайтесь. Будет еще много интересного. До свидания.